Защита трудовых прав и социально-экономических интересов молодежи, а также вовлечение ее во все сферы профсоюзной деятельности. Эти цели на сегодняшний день в списке приоритетных у профсоюза работников здравоохранения Дагестана. Эти и другие вопросы обсудили на встрече уполномоченного по работе с молодежью ЦК профсоюза в СКФО Сабиры Алимагомедовой с чеченскими коллегами. Подробности в следующем материале. Делегация Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения с рабочим визитом посетила город Грозный. Особый интерес у чеченских коллег вызвали социальные программы, реализуемые Рискомом Дагестане. О них подробно рассказал главный специалист орготдела Тимурлан Тимиров. Теперь этот опыт будут перенимать и в Чечне. По результатам двух рабочих встреч между профсоюзом работников здравоохранения Республики Дагестан и Чеченской Республики, а также с председателем молодежного правительства Чеченской Республики, были достигнуты договоренности о плодотворном взаимодействии и сотрудничестве в будущем. Также были запланированы ряд мероприятий и рабочих встреч. Основная цель сотрудничества – регулярное участие молодежи наших республик в коллективных действиях и акциях солидарности, в образовательных форумах и слетах, продвижение по кадровой лестнице молодых профсоюзных лидеров. Благодарна всему тому опыту, который вы поделились с нами, с нашими коллегами. Будем взаимодействовать обязательно. Будем сотрудничать во всех мероприятиях. Сотрудничество между Профессиональным союзом работников здравоохранения России и молодежным правительством Чеченской Республики в целях обеспечения эффективного взаимодействия в сфере молодежной политики обсудили уже в Департаменте по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики. Проведение такого рода межрегиональных встреч в первую очередь способствует налаживанию межнациональных отношений, налаживанию тех дружеских и добрососедских отношений, которые сложились между нашими братскими республиками. И, конечно, это играет очень важную роль в развитии территории. Это первый опыт налаживания межрегионального взаимодействия по линии профсоюза, который Дагреском намерен применять и в дальнейшем. Зарипат Курамагомедова, Гусейн Кулиев, Камила Раджабова, Юсуп Газиамаров. Время новостей.